Вот в таком доме я живу. Значит, как я создала свой канал? У меня была такая мечта нереализованная. Я хотела сравнить людей и волков. Вот, я как-то заметила, что люди и волки, они очень схожи между собой по фотографиям. Вот я создала такой небольшой ролик. Для этого мне пришлось создать свой канал, чтобы его запустить и сделать. И я как бы создала его и вообще забыла про свой канал на полгода примерно. Вот, потом мне там что-то было нужно. Ребенок захотел. Ну, как бы, что мне было нужно? Мне нужно было скинуть свои видео куда-то, потому что мне не хватало уже места ни в телефоне, ни на компьютере. И я вспомнила про свой канал, что он у меня вообще существует. Заложу на свой канал, а у меня этот ролик, и там куча просмотров. И я думаю, нифига себе, вот эта вот ерунда какая-то моя, она кому-то все-таки понравилась, и кто-то ее просматривает. Хочу сказать, что даже мой муж, он на меня не подписан. Никакие лайки он мне не ставит, потому что он вообще считает, что я занимаюсь ерундой, что мне это не надо. Единственный человек, это, наверное, мой сын, который старше, который смотрит, сколько у меня лайков, и безумно радуется, когда на мой канал кто-то еще новый подписался. Один раз в месяц один человек. Вот. Я просто начала создавать видео о попугаях. То есть изначально канал не был создан для любителей птиц декоративных. Он был создан для того, чтобы я скидывала видосы. Ну, после уже. Сначала ролик сделала, свою мечту какую-то реализовала. Потом полгода про канал забыла, на полгода. И потом просто скидывала видео, которые там у меня не влазили ни в телефон, ни в компьютер. А потом же я стала сбрасывать ролики о попугаях, которых у меня тоже уже стало безумно много, потому что я занимаюсь птицами, и мне проще не переписываться, а, допустим, скинуть какой-то ролик, и человек наглядно все увидит и послушает. Вот, как бы так вот мой канал и появился, и поступали предложения его развития. Вот. Ну, как-то я пока не собираюсь ничего развивать. Мне и так хорошо. Вот, поэтому не говорю я там никаких этих слов в конце. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайк, дизлайк. То есть мне это совершенно не надо. Ну, я не знаю, может быть, и будет нужно, но пока у меня просто и так хватает покупателей. У меня проблемы скорее с предложением, а не с спросом. То есть кусок рынка я себе уже завоевала, поэтому я это делаю даже не для того, чтобы мне там звонили попугаем, а мне не хватает иногда птиц, чтобы предложить, потому что я не каждый месяц продаю птенцов. Это просто мое хобби и мое увлечение. Вот, как-то так. На этом все, пока.